29 декабря прошло очередное 6-е заседание собрания депутатов. В связи с действием в регионе режима повышенной готовности из-за пандемии в заседании участвовали только депутаты и приглашенные. О районном бюджете на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов доложила заместитель главы Верхнеуральского района Ирина Багруденко. Далее рассмотрели вопрос об утверждении положения о реализации инициативных проектов в Верхнеуральском районе. Утвердили также положение о порядке назначения и проведения собраний, конференций граждан в муниципалитете. О перспективном плане работы собрания депутатов на 2021 год довел информацию председатель выбранного органа местного самоуправления Виталий Фомин. В завершении повестки рассмотрели обращение избирателей 7-го межозерного избирательного округа.